В Приморье перебрасывают дополнительные силы спасателей и техники для борьбы с природными пожарами. Ситуация остается сложной. Количество очагов, несмотря на все усилия, увеличивается. Пламя уже прошло более 2500 гектаров. В трех районах введен режим ЧС. Там обстановка наиболее сложная. Угрозы населенным пунктам нет, однако дороги, жилые кварталы затянуты смогом. Стихии противостоят уже 1500 человек, более 100 единиц техники. С воздуха борьбу ведут вертолеты МЧС и самолеты-амфибии Б-200. Сброшены сотни тонн воды. Синоптики дожди пока не прогнозируют. В регионе сохраняется сухая и теплая погода, которая способствует распространению огня.